взвешиваемся. Половина взвешла. Осталась еще половина. Вот уже сидят. Не, пошли на выход. А подожди, а вам не надо это? То, что как в прошлый раз было, помнишь? Правила объясняют. А, я не знаю. Да. Пошли, нас все равно поведут куда-то сейчас. Это не выход, сейчас там нас его поймают. Что следующее, типа, куда нам идти? Be free? Double doors off. You're gonna come with me. Yeah. In that area? You're gonna come this way? Yes. All right, let me do this. So, can you get him off the stage and bring you? I can. If you have yes. to do. No, it's okay. I'll put the diamond on. It's only gonna be him and the translator. Только мы вдвоем должны быть. Сейчас это тоже файл. Правила объясни. Ребят, пока все. Это наше взвешение. What is size? Size, size. They were 16. Not able to get him 16 size. I think my big. Все, все. 16. У меня 13, 47. 13, у него 16. Да, я не знаю, это какой это, блин. Monster shoes. Тут жизнь идет своим чередом. А там наши ребята взвешиваются и все остальное. Ребят, ну волнение есть пока, но сегодня я понимаю, что я сейчас драться не должен вроде бы, поэтому как бы чуть-чуть. Сейчас будут объяснять нам правила. Это обычная водолюбка. А возьми одну, пожалуйста. Ну, и такую. Прям обычная-обычная. Ну я понял. Это. А мы здесь стоим или туда? Не, вот здесь. Is stay here? Yeah, stay here. Is to... Not too many space. Not too many space? A little small, man. Yeah. Working with what we got. Not too many chairs. Yeah. Вот, ребят, все, взвесились. Через сколько бой? Бой ровно через сутки у меня. Посмотрите, сколько у вас времени, у меня через сутки бой. Сейчас у нас сколько? 6.11. О, 6.11. Через 24 часа 20 минут у меня должен начаться бой. Поэтому с Божьей помощью завтра подеремся и посмотрим, что у нас и как. Все, ребят, показываю вам в живом эфире, как мы тут живем. Готовимся выступать и все. Прямо за кулисье. Крутейшие в мире организации. Это был Годвер. Вот. Наш соперник, все остальные ребята. Наш уже есть, он сидит. Опять. Да. Баба. Все, мы теперь сидим, отдыхаем, наши всех здесь соберут, чуть-чуть проговорят по правилам и, в принципе, все, свободно. А бригада? Уже видите, приходится с бразильцами переговариваться. Все, ребята, отдыхайте, набирайте сил, у вас завтра просмотр турнира. Мне-то что, мне напрягаться не надо, не отдыхайте. А вам завтра работать, смотреть турниры и все остальное. Шутка. Все, с Богом.
кстати, они по правилам разговаривают.